Значит, если вы завели себе функцию, там, не знаю, да, с параметрами таким и таким, там, да, не надо никакого return type. Нет, все-таки не надо никакого return type, пойдем вообще. Вот, значит, теперь, ну тут не важно, что внутри написано, значит, как я ее буду вызывать? Я ее могу вызвать, естественно, вот так. Ну и тут все понятно. Вот, еще я ее могу вызвать по конвенции. По конвенции я имею право последнюю функцию написать без вне круглых скобок. Я еще имею право написать вот так. Обе функции вне круглых скобок я не могу написать. Из одной функции доступен, из другой уже внутри там. Вот в смысле, из этой доступен и вызов этой? А. То есть одна функция будет доставать что-нибудь там из объекта, вторая будет уже нет, у него ничего. Нет, так не получится. Но просто вы, поскольку все имена скопятся аккуратно, то у этой свойского лексической, они рядом лежат. То есть они одна на другую ссылаться не могут. Если вы эту функцию запишете в переменную, то она будет доступна внутри этой функции. Вот. Ну, то есть тут никакой специальной магии для этого нет, но можно сделать вот так. Вот, да, еще, конечно, можно. Да, давайте я уж рассадлю такой вопрос. Я покажу. Может, конечно, сделать так. И тогда у вас вот здесь есть функция f, которую можно, там, не знаю, вызвать стринг. Вот. И фактически я могу это вызвать, естественно, тогда как бы от a. Понятно, что случилось. Окей. Значит, это просто такой дикий пример, я не собирался его показывать, просто чтобы, так сказать, не знаю, чтобы жизнь медом не казалась. Смотрите, третьего порядка. Да, функция третьего порядка всего лишь. Вот, есть функция foo, она принимает две функции, a и b, в чем b принимает тоже функцию в качестве параметра, функцию случайно такую же, как a по сигнатуре. Да, и моя foo делает следующее, она просто вызывает b от a. И здесь, если я внутри функции, которая передана на место b, использую параметр, этот параметр является функцией, на самом деле, вот этой функции на практике. Не думайте об этом. Это к вопросу о том, какие сны снятся в language design.